Мечтать не просто надо, мечтать необходимо. Материально. То есть начинаешь думать, начинаешь себе представлять, то есть, и, ну, как бы не ставишь себе порогов каких-то там ограничений, и ты получаешь этот результат. Ну что, мужики, отдохнули? Что у нас вообще по процессу? Мы валим и долбим здесь. Хорошо. Глубиной 300. Окей, все, спасибо. Скидку вы мне дополнительную сделаете какую-то? Хорошо. Ну, вам где-то полчаса, и оно будет готово. Супер. Я думаю, что, наверное, все-таки придется снять. Не дают нам скидку на двери. Так, ну отлично. Вот здесь будет наша переговорная. Когда мы смотрели помещения, их здесь, ну, немало было, 10 мы посмотрели, 8. Да, когда я зашел в эту мастерскую, я понял, что это моя мастерская. Здесь все располагается, первый этаж, фасадные окна, высота 4 метра. То есть объем 200 квадратных метров, это как раз вот, ну, как раз тот минимум, шикарный минимум, который вот был вот, на 100% была достаточно. Всего мастерская рассчитана на 26 рабочих мест. Здесь будет ресепшн, тут будет красивая такая модельной внешности блонда ходить с кофем. Бетончик так и остается, мой любимый материал. На втором этаже у нас вот эта часть будет отдана под чайную японскую комнату, и у нас будет здесь проходить чаепитие. И теперь заходим в мой сиротский кабинетик. Здесь дверь стеклянная. Видите, она есть, ее сразу нет. Да, и что самое важное, что, видите, нету ничего. Тут нету ничего. Он висит. Так, а ну зайди сюда. Быстро. Заходи, заходи. И он идет с веником. Засними его, как он идет. Через дверь заходи. Нет, с метлой заходи. Метлу не стал. Так, скажи, что у нас там по работе? Про сейф молчи. Вот так все. Библиотека, 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 библиотека. И аж здесь библиотека закончилась. И потом тут будет куча лампочек таких. Куча-куча дзвоников. Куча-куча. Такая здоровенная куча. Все получится у нас. У нас сейчас мастерская до этой 71 квадратный метр. Там сидит 15 человек.
Понятно, как у каждого художника или архитектора, он мечтает о своей мастерской. И вот когда я еще только придумал, что вот, наверное, все-таки мой путь связан с архитектурой, и интерьерами, дизайном или предметом, то я очень сильно захотел себе мастерскую. Я бы сказал, что есть три вещи, которые нужно сначала мыслить, потом сказать, а потом сделать. Но не менее важная вещь – это придумать или свизуализировать, или нарисовать свою мысль. Рисуешь, ты это таким образом создаешь это в своей жизни. Я верю в то, что я приношу пользу людям. Как минимум, я делаю их жизнь комфортнее, красивее, уютнее. А самое главное, я создаю вещи, которые им нравятся. И так же самое, как мой интерьер, который создала вместе со мной моя команда, да, то есть мы создавали это для себя. И я в первую очередь рисовал это для того, чтобы было комфортно здесь мне. Точно так же я рисую свои проекты для своих клиентов. С любовью, с идеей, с концепцией, с интересными фишками. Я считаю, что для себя создать в 10 раз сложнее, чем создать для клиента. Я очень люблю трехлитровую банку, в принципе, в разных ее проявлениях. Достаточно уникальное явление, что стекло красят матовым порошком структурным. Вот, поэтому такие вот светильники будут украшать и давать освещение функционально моему кабинету. Безумно люблю дерево, потому что на самом деле это же тепло, это же естественность, натуральность. И дом, и ложка, и кровать, и все что угодно может быть из дерева. И даже сердце может быть деревянным. В мастерской использовано более 8 видов штукатурки только одна. Это только штукатурки по стенам. Хотя там, если мы посмотрим, у нас стены бетонно-черные. Но даже на одном черном цвете там 6 черных. Все, хватит, пацаны. Практически сейчас на финишном завершении. Вот тут, видите, стол стоит красивый такой. Компьютер подключаем сейчас. Раз. Ну, подключил, раз, работаешь, тут можно эскизы порисовать. Вот, поэтому я думаю, что мы уже практически все завершили. Можно подавать на конкурс. Совсем немножко, это вот на эту маленькую стеночку будет вот столько немножко этих цветов. И я думаю, что они будут смотреться сногсшибательно. Или обалдительно. Или и то, и другое. Обалдительно, сногсшибательно. Вот эта вот секция, в которой будет каждый цветочек будет высаживаться. И вот здесь вот в секции будет набиваться кармашек такой супертехнологии, туда будут вкладываться, вот так будут растения. Но об этой технологии нельзя никому рассказывать, поэтому секрет. Ну вот.
вот в проекте интерьера нужно было предусмотреть и разработать таким образом посадочные места для того, чтобы село максимальное количество людей, при этом чтобы они сели не просто, а максимально комфортно. Вот поэтому у нас белые, прекрасные, большие рабочие столы. Сказал, что архитектор практически как дирижер. Он всегда создает какие-то вещи, и это гармония, которая происходит внутри команды, внутри стройки, по заимежам, да, она создает результат. Мы можем махать руками, и от этого краны поднимаются, машины едут, люди рисуют, вода течет, костер горит. Самое главное, работа делается. Пять лет моей жизни прошло здесь. Пять прекрасных лет, на самом деле. И это все остается здесь. А мы идем вперед. Все. Черный, бронза, камень, стекло, металл. И все очень минималистично. Это вот где-то моя архитектура, мои интерьеры и мои предметы. Я мечтал о грандиозной мастерской, которая будет там с высокими потолками, там, с материалами, которые я люблю, красивые, там будет, ну, уютно, будет модно все так. А самое главное, что будет все так по-рабочему, по-настоящему. К этой мастерской я шел 15 лет.
я как в детстве ходил в магазин и мерял дорогой костюм, и я представлял себе, что я буду когда-то позволю себе там, не знаю, костюм за $500. И мне так это перло, что я мог, не было никакого стеснения вообще. Ну, то есть, ну, я хотел его померить и сказать себе, что вот у меня будет скоро такой. То есть мог прийти там, выбирать себе сумку. При том, что мне не нужна была сумка, но я кайфовал от интерьера. И потом с каким-то промежутком времени, если я очень сильно этого хотел, то у меня всегда это происходило. Вот, и вот это чувство того, что я не мог себе этого позволить, но я очень сильно этого хотел, приводило к тому, что это я получал. Это все стекло, декоративная стена из трех пород дерева. Ясень, дуб и кедр. Прекрасная конструкция, которая будет висеть в воздухе. Здесь будет огромная скульптура. Вот это у нас библиотека моя маленькая. Вот так вот она идет. И здесь будет коллекция моей керамики расставлена. Вот, ну, видите, да, здесь баранчики, видите, стоят. Вот здесь вот лев, вот все, бачите, лев стоит. Потом ось маленький лев білика стоит. Тут ось здоровый білик. Это было практически нереально. То есть за стоимость помещений, то есть мы понимали, что мы не можем не то, что себе этого позволить. Мы не можем даже представить, что это могло быть возможно. Ну, мечты сбываются. Ну, теперь можно и поработать. Кать, зайди. Как дела? Отлично. Что у нас сегодня хорошего? Я безумно люблю свою работу, я безумно верю в то, что я делаю, но даже мне иногда не хочется идти на работу, и даже мне иногда хочется поспать, поесть, отдохнуть, придумать себе каких-то 25 занятий, которые, ну, мне срочно сейчас нужно сделать, там, полежать 20 минут перед тренировкой, там, не пойти на тренировку, потому что у меня нога тянет левая. Или там не рисовать сегодня, потому что у меня плохое настроение, и звезды не так сегодня встали ночью. Но я иду и делаю. Поначалу, конечно, ты себя немного заставляешь, а потом ты аппетит приходит во время еды. И если ты каждый день делаешь, если ты каждый день, хотя бы, не знаю, там по 2 часа идешь к своей мечте, то она рано или поздно произойдет в твоей жизни.
очень важный момент. Это мечта, которая осуществилась. И я вбахал сюда кучу сил, кучу эмоций, кучу времени, кучу денег. Для того, чтобы моя команда была самой лучшей командой в Украине. Для того, чтобы моя мастерская была самой лучшей мастерской в Украине. И я этого очень сильно хочу. Так вот, у одного спортсмена спросили, вы знаете, мы заметили, что вам тупо фартит вообще. Он говорит, ты реально, говорит, и в прошлом году вам на чемпионате мира тупо подфартануло, и в этом. Говорит, ну, то есть это же 100% фарт. Так вот я заметил одну закономерность, так же, как тот спортсмен, что чем больше я вкалываю и пошел, тем больше мне везет. Поэтому точно так же и у вас. Мечтать необходимо.